Комментарий главного тренера БК «Химика» Виталия Степановского. Присоединюсь к словам, которые сказал Александр. Поздравляю вашу команду. В Николаеве всегда очень приятно играть. Очень хорошая публика, сегодня была очень хорошая атмосфера, полный зал. Я думаю, что это очень приятно было для вашего клуба, да, что собрался полный зал, как бы, и они показали хорошую игру, особенно во второй половине. Ну, я думаю, что все прекрасно понимали, да, и видели уже, как сейчас можно сказать, ключом к победе Николаева стала третья четверть, начало третьей четверти. О том, что я сказал ребятам в разделке, что два очень важных фактора будет, это как начать игру и как начать третью четверть после перерыва. Начали мы игру хорошо, мы выигрывали 12-5, то есть лидировали, все время выигрывали, контролировали первую половину и вторую половину начали, к сожалению, абсолютно. И этот провал, который произошел, и не хватило уже ни времени для того, чтобы нейтрализовать. Я думаю, что это самый основной фактор, этот провал, этот первый 5-6 минут третьей четверти. А по-вашему, почему он произошел? То есть это психологический фактор или это вот, ну, с чем связано? А, знаете, это получается связано действительно, может, это с психологией, потому что ребята сразу 8-0 был отрезок в третьей четверти, я взял тайм-аут, и, знаете, в вашем зале хорошо поддерживает публика, несет, игроки ловят кураж, и, соответственно, естественно, после этого ты выходишь, если можешь еще одну атаку у хозяев какое-то положительное действие, то, естественно, знаете, как ты немножко попадаешь в эту такую яму, да, психологическую, вот, и потом как тяжело из него выбираться. Поэтому я думаю, что это самый основной момент, который произошел и который послужил причиной поражения. Тем не менее, в Николаеве «Химик», ну, последние годы очень часто выигрывал. Что вот, в этот раз? Ну, я только что мог. То есть? Да. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Спасибо.